14 апреля в республике состоятся дополнительные досрочные выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе проходят 24 избирательные кампании, на которых будут выбраны 25 человек. Вчера завершился процесс регистрации кандидатов. Из 96 человек зарегистрировано 85. В 4 сельских поселениях пройдет безальтернативное голосование. В них зарегистрировано по одному кандидату. Большая активность, повышенная активность со стороны политических партий. В выборах участвуют представители всех 4 парламентских партий. Это «Единая Россия», ЛДПР на втором месте по активности, Коммунистическая партия Российской Федерации и «Справедливая Россия». И кроме этого, у нас в выборах участвуют «Патриоты России» и представители 2 новых партий. Это своих кандидатов на 2 избирательных кампаниях выдвинула новая такая партия, как партия «Коммунисты России». Вот. И участвует еще партия «Пенсионеров России за справедливость». Опять у нас есть кандидаты с одинаковыми фамилиями. Это, ну, как минимум 2 избирательные кампании бросаются в глаза. Это те же самые выборы по городу Чебоксары, когда у нас идут 2 Горбунова. Они в бюллетене будут стоять рядом, и, соответственно, избирателям нужно быть очень внимательными, чтобы не запутаться.